Все мы время от времени обращаемся к врачам за помощью. Каждый хочет прожить долгую и активную жизнь. А для этого надо вовремя предупреждать появление болезней. Каждый понимает, что от качественных медицинских услуг впрямую зависит состояние здоровья. Поэтому повышенное внимание к работникам этой сферы вполне объяснимо. Все профессии нужны, все профессии важны. Но есть среди них и такие, без которых невозможно прожить. Посвятить жизнь людям — с этой миссией живет каждый медицинский работник. В медицину приходят по призванию. Ведь для того, чтобы помогать людям, мало обладать знаниями и отработанными навыками. Необходимы душевная щедрость, чуткость и благородство. Это отметил в своем поздравлении председатель Совета Славянского района Григорий Литовка. Спасибо вам, дорогие наши медицинские работники, кто трудится в том же Ачуево, в Маевском поселении, в Коржевском поселении, в городе. Все вы делаете все, чтобы наше население было здоровым. Вы стоите на страже здоровья нашего района. Какие бы ни были сегодня высокотехнологичные оборудования, сегодня мы строим ФАПов, АВОПов, пристроек различных. Но самое главное, наверное, это душа медицинского работника. Главный врач Славянской центральной районной больницы Ирина Естегнеева поблагодарила сотрудников за отличную работу. Губернатор сказал очень хорошие слова, что все наши нацпроекты, все наши ожидаемые какие-то свершения зависят от нашего с вами труда, потому что мы занимаемся самым главным, мы сохраняем здоровье нашего населения, нашего государства. И спасибо вам за это, потому что в Славянском районе работает по-настоящему команда профессионалов, и я за этот год реально смогла в этом убедиться. Когда приходит сложная ситуация, все как один готовы встать и помочь именно нашим пациентам. Я считаю, что жителям города очень повезло. И мы с вами как бы сейчас являемся именно тем системой здравоохранения, которой можно гордиться. С особым уважением относятся в отрасли к ветеранам, тем, кто долгие годы посвятил себя служению людям. Одна из них — Наталья Белухина, которая десятилетия отработала медицинской сестрой. Сразу с первых шагов я полюбила медицину. Я постаралась поступить, но не поступила. А когда отработала год в роддоме, поступила в Краснодарское медучилище. Вот, и училась в Краснодаре и решила перейти на вечернее отделение. Я работала санитаркой и на вечернем отделении училась. Работала в общей хирургии Зиповской больницы. Было очень интересно. Я работала в операционной, тоже девчонкой. И вот мне кажется, медицина – это моя жизнь. Я без нее не представляю. Сейчас мне уже столько лет, а мне кажется, как это я не встану, не пойду на работу. Более 2000 человек работают в Славянском здравоохранении. И ветераны, и опытные сотрудники, и молодые специалисты стараются внести свой достойный вклад в общее дело. День медработника – это для нас значимый день, потому что мы его ждем. Он бывает раз в году. Это наш профессиональный праздник. Мы все поздравляем друг друга, любим друг друга, любим больных, любим нашу профессию, любим нашу работу, любим нашу страну. Хотим, чтобы все были здоровы, поэтому и работаем, и лечим людей, и занимаемся профилактикой. Ну, стараемся. Да, это призвание врача, но, наверное, с детства идет. Лучшие представители медицинской сферы района отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами за профессионализм и преданность делу. Среди них была и врач-дерматовенеролог Маргарита Резник. Это надо чувствовать душой и сердцем. Это где-то свыше. Это надо любить людей. В работе постоянно усовершенствуемся. Каждые 5 лет проходим профессиональную переподготовку. Не останавливаемся, двигаемся дальше, так как медицина не стоит на месте. Дорогие коллеги, в этот чудесный праздник я хочу от всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, мирного неба над головой.
В день медицинского работника присваивается почетное звание «Легенда здравоохранения». В этом году им стал заведующий терапевтическим отделением Славянской центральной районной больницы Владимир Сиротенко. В ходе мероприятия талантливые артисты городского дома культуры радовали зрителей своими выступлениями и создали атмосферу настоящего праздника. Все профессии востребованы. Одна из важнейших – это медицинские работники. И за все, что они делают, им низкий поклон. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».